Торжественный концерт, посвященный Дню Учителя, проводит ДК «Юбилейный». Среди почетных гостей – глава Пушкинского Максим Красноцветов, депутат Мособлдумы Михаил Ждан и председатель окружного совета депутатов Артем Садула. Никакие технологии, никакой прогресс не заменит первое – живого общения, воспитания, формирования в наших детях вот этой морали, ответственности, чувство патриотизма и многих других качеств, которые закладывает именно педагог. Максим Красноцветов не только обращается с приветственным словом к педагогам, но и вручает ведомственный знак отличия Министерства просвещения, нагрудные знаки за верность профессии, почетные грамоты главы округа, а также награждает почетным званием заслуженный работник образования Московской области. Отмечаем, что тот позитивный, положительный тренд, он действительно есть, и с 13-го мы переместились на 9-е место в общем областном зачете. Мы целенаправленно, поступательно идем вперед, улучшая показатели системы образования и улучшая качество предоставляемых услуг в сфере образования. С приветственным словом на сцене выступает и Михаил Ждан. Он также вручает серию наград, среди которых почетные грамоты и знаки Московской областной думы за труды. Учителя ведь формируют фундамент будущего бумаг нашего подрастающего поколения. Я считаю, что это одна из самых важнейших профессий, которая только может быть на сегодняшний день. Следом со сцены учителей поздравляет Артем Садула. В свою очередь он вручает отличившимся педагогам благодарности Совета депутатов городского округа. В городском округе 1700 учителей. Считаю, что это большая цифра для нашего округа. Уверен, что в нашем округе учителя – это профессионалы, которые выполняют свою работу. Это профессия по призванию. Учителям надо родиться, и надо идти с этим званием на протяжении всей жизни. Торжественная часть чередуется с творческими номерами. Перед педагогами со сцены выступают молодые творческие коллективы. Очень тронуты и, конечно же, рады, что наш труд так высоко оценен. В общем-то, Московской областной думы это действительно существенные награды. Благодарим администрацию города Пушкина, благодарим администрацию нашего образовательного комплекса, наш педагогический коллектив. Это как бы совместная награда. Завершают концертный вечер хореографический коллектив «Веснушки». Танцевальный номер исполнили под известную многим композицию. Иван Чинаев, Александр Корнеев, Олег Устинов, Мария Головачева, Анна Белова. Новости Большого округа.